Всем приветики! Я хотел бы вам показать, что делать, если привод для оптических дисков не открывается. К примеру, у меня сейчас такая ситуация, вот нажимаем. Лампочка погорела, он пожужжал, но не открылся. В этом случае здесь есть такое вот отверстие, оно предназначено для ручного открытия. Берем скрепочку и, нажимая, вставляем туда и немножко даем. Хопа. И вот он открылся, мы ему просто помогли. Таким образом можно открыть. По идее, он сам должен открываться, но он у меня уже немножко сломался. Я им несколько лет не пользовался, и там, видимо, что-то где-то прилипло, и в итоге он теперь заедает. И не нужно ему помогать, получается. Ну, это, конечно, не очень. То, что каждый раз нужно туда что-то, какую-то скрепочку за свой случай новый купить или отремонтировать этот. Но когда нужно срочно какой-то диск прочитать, конечно же, мы не побежим за новым оптическим приводом. Нам проще что-то сделать с этим. И пока что, тем более, если я там дисками вообще редко пользуюсь, в принципе, из-за этого покупать новый привод не очень хочется. А вот когда есть такой вариант, то это вполне себе даже и норм. А так он работает, я на него даже DVD-RV-шку записал, все нормально, он работает, просто у него с открытием проблемы. Раньше такого не было, но я им очень долго не пользовался, года 3, наверное. И, видимо, он из-за того, что долго стоял, где-то там что-то, ну, как бы прикорело, и теперь он как-то не хочет открываться сам, и нужно как бы с помощью ручной кнопочки помогать ему открываться. То есть нажимаем, он пытается и не хочет. А когда нажимаешь на кнопочку ручного открытия, оно там где-то что-то разблокирует, и он, в принципе, открывается. И благодаря этой кнопочке вы можете его открыть, даже когда он выключен. То есть когда он выключен, вы нажимаете на эту кнопочку. Вот так вот он приоткрывается, но сейчас я... Сейчас он включен и его назад закрывает. А когда он выключен, получается, вот вы нажимаете. И он приоткрывается. И тогда его можно потянуть и открыть в выключенном состоянии. А во включенном, таким вот образом, можно помочь ему открыться, если он вдруг у вас, как и... Если вдруг он у вас так же, как и у меня, по какой-то причине заедает при открытии. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедо.